Свершилось. Сегодня после длительного ремонта открыли все автодороги в центре Караганды. В городском акимате заявляют, что все работы сданы в срок. Правда, эти сроки сдвигались несколько раз по ходу ремонта. В июне, когда началась реконструкция тепловых сетей, карагандинцев заверяли, что дороги будут перекрыты до 1 сентября. Позже появились вывески с указанием новой даты – 30 сентября. А потом мы увидели паспорт с окончанием ремонта на конец ноября. Хотя известно, что в это время в городе уже лежит снег. В общем, за время работ было отремонтировано 4 объекта. Это 4 километра 159 метров. На это потрачено более 2 миллиардов тенге. До сих пор работы ведутся на аллее Нуркена-Абдирова. По словам бригадира, все завершится до 1 ноября. Так или иначе, сегодня открыли движение по улицам Гоголя, Ленина и Бульвару Мира. По словам рабочих, последние дни они работали и днем, и ночью, чтобы успеть в назначенный срок. Таких масштабных и длительных ремонтных работ на теплотрассах Караганда не помнит. Тем временем областные власти остались недовольны исполнением графика работ. По Ленина, по Гоголя-то. Не мой участок, конечно, сети-то, но за такую работу уже давно надо было повыгонять всех там. Вы провалили эту работу вместе там с городом. Вы все об этом знают. Какой график там? Из хорошей программы, из хороших денег сделали... Ничего. Уже на улице минус скоро будет, они там асфальт стелят там. Как есть, тогда говори. Карагандинцам стоит запастись терпением и на будущий год. В 2016-м в городе грядет ремонт водопроводных труб и укладка асфальта на центральных улицах. Айгерим Бухтаева, Жанайдар Рахимжанов, Никита Косых, 5 канал.